И всем привет, ребят, с вами Стронг, и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем тестировать одно очень интересное устройство. Поговорим сегодня о пульсар-устройствах, ну и также протестируем одну комбинацию, которая, как мне рассказали, после этого обновления стало намного-намного сильнее. После того обновления, которое было в эту пятницу. Если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры устанавливайте мой личный так TeamP, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Уже в эту пятницу произошла у нас обновочка, которая изменила пульсар устройства для всех пушек. Больше пульсар устройства не снижают шанс критического урона. Соответственно, у нас есть возможность контентовой и грамотной реализации. Если брать во внимание все пушки в целом, то в первую очередь мне бросается в глаза именно пушка молот, которая со статус-эффектами, такими как, например, как пробитие, оглушение и эми статус-эффект, наносит их на постоянной основе каждым третьим выстрелом, плюс дополнительно с критов. Соответственно, это работает очень и очень часто, и видна максимальная эффективность такого молота. Поэтому сегодня мы вместе с вами проверим, так ли это на самом деле, будет ли работать наш замечательный молот, ну и насколько большое количество критов будет залетать с этого молота в целом. Возьмем вот такую вот интересную комбинацию в виде викинга-молота, хотя, в принципе, можно даже будет его поменять и не на викинга, а на крусейдер, чтобы у нас еще и овердрайв побыстрее копился. Ну и попробуем все это дело реализовать. Надеюсь, что у нас получится интересно контентово все это дело сделать. Ну а вы напишите в комментариях, пробовали ли вы такие устройства пульсар после их обновления, какие больше вам всего нравятся. Ну и поддержите данный видос активностью, чтобы у нас игрового формата видеоролики выходили намного-намного чаще. Так, главное, чтобы нас сейчас закинуло не на какую-то здоровую карту, потому что если будет супер большая карта, то боюсь, что реализовать этот молот будет тяжело. Да, меня закидывает на супер огромнейшую карту, поэтому я сразу же ее перепикиваю, даже не хочу смотреть, на какие звонки меня там закидывают, даже если там мальки какие-нибудь супер вкусные, все равно на такой здоровенной карте реализовать молот будет крайне-крайне сложно, поэтому в моем понимании лучше просто перепикнуть бой и запикаться на какую-то среднюю карту, ну и там уже попробовать максимально жестко реализовать. Мой главный вопрос — это насколько большое количество критических выстрелов вообще будет с этим пульсаром залетать. Ладно, меня закидывает на бойню, хотя, ну это тоже печальная карта, ну какая бойня с джиггернаут режимом? Это же тоже максимально печальная карта, где реализовать такого формата молот будет крайне-крайне сложно. Поэтому лучше перепикну, чтобы потом вы и в комментариях не писали о том, что я на какой-то шляпе запикался и какую-то шляпу решил реализовать. А вот такая карта, будущая CTF, шикарнейшая карта, которую мы будем сейчас пробовать реализовывать. Ну и, как я уже сказал, самое главное — это посмотреть, какое количество критов будет залетать, да? Насколько большое количество критов. Так, 3 выстрела без крита. 3 выстрела без крита, резов от молота 4. Ну и если каждым третьим хотя бы выстрелом бы у меня залетал крит, я думаю, что я был бы уже бы рад. 3 выстрела без крита в очередной раз. Ну и пока плохо. Пока плохо, если честно. Я выдал 6 выстрелов без единого крита. 6 выстрелов без единого крита. Даем раз, даем 2. Это без крита. 3 без крита. 9 выстрелов, ни одного крита. Где повышенный шанс выпадения критов и контент, пока что непонятно. Пока что непонятно. Пробуем наносить статус-эффектик. Нет статус-эффектика. 2000 стыки даем просто. Так, ну и пробуем по хоречку накинуть что-то. Оп, статус-эффектик. Наконец-таки он срабатывает. Первый статус-эффект за 13 или 14 выстрелов. Это, конечно, крайне-крайне плохой результат. Но пробуем. Пробуем играть в обычную дефолтную игру, да, то есть в пушинг, в уничтожение противника, да, и при этом еще пробуем, чтобы у нас как раз таки эти криты вкусненькие залетали. Так, наш тиммейт пытается увозить, пробуем подсаппортить, шикарный крит, кстати, вот сейчас срабатывает, да, двойной крит, вот оно, вот то, что я хотел видеть. Может, мне вначале просто не повезло,
Может, сначала просто... О, есть! Вот оно, ребяточки. Вот то, что я хотел видеть. Вот это я хотел видеть, ребяточки. Вот такие вот статус-эффектики я хотел видеть. Вот это тот контентик, который нам, если честно, очень сильно был необходим. И вот с таким количеством критов уже можно играть. И сейчас посмотрим, насколько это будет эффективно работать на дистанции. Главное, в минус не упасть. Так, разряжаем баллон. Так, и дополнительно вообще было бы неплохо куда-то сосулендрочку дать. Так, Тесла у нас здесь обрабатывает. Так, Викинг просто падает на низ. Можем, в принципе, срезать дистанцию. Режем дистанцию. Шикарная! Нет, не шикарная, но все равно сосуля по троим залетает. Сосулька по троим залетает. Так, рельса надамажить мне не может ничего. Здесь переходка наверх. Отходим чуть от противника шире. Хоппер, главное, чтобы не выпрыгнул. Нормально, выпрыгивает, но не дотягивается до нас. Очень странно, если честно, работает это устройство. То оно выдает прям вкусное количество критов, то оно не выдает криты. Я не могу понять, как это работает. И в 0.5-ик улетаю. Скидываю флаг. Давай, 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 родные, родные, подбор, 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 доставочку. Куда ж ты едешь? Бож ты мой, с флагом, ё-моё. Сейчас его сольют? Не, доставят? Надеюсь, что он доставит. Фу, он доставил. Ставь, ставь, боже, что ты делаешь? Ух, я уже думал, он меня не поставит. Неудачно, я упал вниз. Так, ну пока спорно. Пока очень спорно. Пока что критов, ну, не прям много выдаю. Пока что так, половина. Половина вроде как критовая какая-то залетает, вкусняшка. О, вот такая вот, вот такая. В принципе, мы можем вообще с ДА-шкой их давать. Так, 97% овердрайва у меня. Так, шикарная бомбочка тиммейта. Тут три противника. Перезарядка только какая-то, как будто долгая у этого молота. Не знаю. Вроде как это должны быть дефолтные настройки молота. Но почему-то они как будто по ощущениям не дефолтные. Как будто не дефолтные. Так, выдаем три выстрела. Мы там на доставочку. Угу, въезжать, въезжал. У нас вернули, и противник пытается еще и увозить. Так, пробуем ему статус-эффектик. Посадить? Нет. Три выстрела без статус-эффекта. Печально. Хорошо. Тыка вкусненькая залетает. Блокшотик. И возвратик. Есть, да? Четко. Все, шикарно. Возвратик оформили. Но критов так. Маловато. 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 Почему-то маловато. Хотя должно быть по ощущениям намного больше. Должно быть по ощущениям намного больше критов. Под статус-эффекты работающие. Если бы каждый третий выстрел бы у меня железно залетал бы хотя бы один крит с этим устройством, я думаю, что это было бы мега сильное имбовое устройство. Но видно, что критов в принципе стало больше, но не на супер большое количество. Не на супер большое количество. Да, больше, но не супер много. Так, 250 очков у меня. 1-0 мы ведем. Противник пытается увозить флаг. 97% овердрайва у меня. Попробовать. Наши тиммейты здесь могут сливать. Так, ну и попробуем, может быть, через лево. Чуть-чуть на врывчик. Сыграем. Пробуем дернуть. Сулендрочку вот такую вот даем. С уголочком вкусным по двоим. Но меня все равно здесь сливают. Хорошо, викинга, в принципе, прожатого мы слили. Уже неплохо. Хантер на врывалову. Делает заход. Три выстрела в очередной раз без статус-эффекта. Ну и... Ну не знаю, ну не знаю. Ну мало, ну мало, мало. Реально могло бы быть побольше этих критов. Побольше бы критов, как будто, я не знаю, как будто они не увеличили шанс. Как будто и не увеличили шанс, не знаю. Вроде как должно прям залетать конкретно много критов. Конкретно много критов должно залетать, но... Я бы не сказал, что тут их так много залетает. Это только не минус, только не минус. Е-е, паркурист, паркурист Иван. И возвратик, есть контактик. Хорошо, напаркурили и вернули. 300 очков у меня, 450 у нашего тиммейта. Вот что-что, а жига с пульсаром — это прям супер имбовая тема, которая была уже до этого. А если на жиге с пульсаром сейчас еще и хорошее количество критов залетает, то вот как это работает? Почему у меня сейчас за 6 молотов 2 крита, а до этого за 9 молотов 0 критов? Вот если бы... О, еще крит. Вот если бы они стабильно наносились, эти критические выстрелы, тогда бы цены бы не было бы этому устройству, честно вам скажу.
Это было бы очень сильное устройство, потому что оно, во-первых, бесит тем, что постоянно наносит пульсары. Ну и, во-вторых, стабильный нанос урончика — это прям та вещь, которая всегда работает в плюс. Может быть, стоит в следующем видео протестировать рикошет с пульсаром? Посмотреть, как покажет себя рикошетик с пульсарчиком в рамках нашего матчмейкинга. Шикарно Суля залетает по оппоненту. Как раз по тому оппоненту, который пытался разыграть подминки ситуацию. Ну и от молота 5 резов. 5 резов от молота. Так, 14 киллов у меня. Пробуем сейчас под статус эффекты тушануть контента. Хорошо, сливаем еще одного бойца. Так, ну и попробуем сейчас через верх что-то разыграть. Что-то разыграть. Так, двоечка, хорошо. И крит. Блин, ну сейчас бы крит бы очень сильно мне пригодился, если честно. Сейчас бы я бы криту... О, шикарно, вообще топчик. Вот, вот именно в такой момент криточек, когда ты даешь по оппоненту, который там пытается въезжать на базу противника. Блин, как же это вкусно. Как же это вкусненько, когда такой крит залетает. Да, ну шанс такой, 50 на 50 по критам. Иногда, конечно, везет, иногда не везет. Иногда там, где хочется крит получить, он, к сожалению, не залетает. Так, вот сейчас бы крит, вот сейчас бы критик. Сейчас бы критик, а критика нет. А критика просто нету. А крита нет, там Вика Молот не успевает. И походу нам доставка приезжает, да? А нет, доставки нету. Противник флажочек свой тоже потерял. Ой-ой-ой, как же я в минус упал. Боже, этот курсейдер так в минус ложится. Это просто ужас. Как же он падает в минус. Так, где наш тиммейт с флагом? Они сохраняют вообще флаг? Надеюсь, что они сохраняют где-то сверху флажочек. Так, статус эффект будет. Хорошо, шикарный. Вот каждым третьим выстрелом, вот так вот бы, если наносился бы крит, я был бы мега рад. Так, флаг вернули. А у противников тоже вернули, понял. Так, сосуленочку сразу такую, по троим. Вкусняшку. Раскручиваем вкусняшку. Хорошо, двушку на добавку. Так, и там еще можно двушечку на добавочку сунуть по вот этому бойцу. Аппетитненькому, сочненькому. Так, этому сразу крита. Хорошо, шикарно, криточка, блин, добавки только не дал. Надо было вторым выстрелом добавки дать, тогда было бы вообще великолепно, если бы я бы ему вторым выстрелом добавки дал. Но пульсар против... Ох, вот сейчас шикарно было. Сейчас было прям очень вкусненько. Пульсар против резистов работает очень хорошо, да, то есть сейчас, например, от молота игроки в матчмейкинге берут большое количество резов. Соответственно, вот с таким пульсарчиком прям, ну, криточки очень вкусные, когда залетают. Садишь на жопу, типа, и еще все 4 статус эффекта даешь ему, это прям очень сильно роляет и вкусно работает. Так, даем тыку. У меня Тесла здесь нагибает. Надо взять рез, наверное, Теслы. Возьмем резист. Все равно тут никакой резист одет, грубо говоря. Хотя бы от одной пушки возьмем. Другие пушки я там особо не смотрел. Что там есть у противника? Статус эффект. Шикарно, боже. Вот, вот так вот, если рубить на этом молоте. Это прям очень вкусно. Но никто не знает шансов и количества этих критов. Если бы знать бы вероятность наноски крита, то, может, было бы еще и вкуснее. Так, Тесла тоже, кстати, с пульсаром противника. Одна минутка остается до конца. О, две минутки остается до конца. Мы ведем 1-0 до сих пор. Тиммейты пытаются все увозить у противника флаги. Никак не получается этого сделать. Здесь есть все та же самая Тесла, которая... пытается здесь дефить свою базу. Шикарную сосуленочку даем по ней. Даем по троим. Ну и может быть сейчас кто-то как раз таки пространство я сделал, залетит. Да, залетает как раз васпик под это пространство. И попытается дернуть флаг, куда он увозит. Назад надо увозить, назад, назад. Родной, родной, куда ж ты везешь? Куда ж ты везешь? У него был такой шанс идеальный увести сейчас флаг. Но он им по ходу дела не захотел воспользоваться. Шикарный крит залетает по Тесле. Шарелла залетает от нашего тиммейта. И флаг сейвится на левой зонке. Успеет ли кто-то его там подобрать? Вот в чем вопрос. Я газовочку даю, но нет. Даже с моей газовочкой успевать я не успеваю. Так, Тесла. Ой, Тесла. Викамолот прожимал его делает. Так, на подборчике играем. Играем на подборчик. Хантер вжимал его делает. Полторы минуты до конца, у меня как минимум еще одна ядерка будет. Еще одну ядерочку попробуем реализовать. Контентовую. Блин, ну вот все статус эффекты с пульсарами, они все, вот смотрю, так очень вкусно работают. Да, то есть вот Джига постоянно наносит криты. У нас, у противника Тесла тоже, да, под статус эффектами тоже очень не кисло наносило урон.
Так, у меня 90% овердрайва. Две Теслы разыгрывают две стенки. Одну Теслу набреваем. И вторую Теслу, к сожалению, не могу дотянуть. Надо, короче, наверное, с приспа как-то зайти. Попытка увоза от противника. Пытаются увозить. Да, где флаг? Не понял. Где флаг? Где флаг? Куда он увез? Куда он увез флаг? А, нормально, флаг на базе. Я уже испугался, что они за минуту увозят у нас до конца. Ну ладно, тогда оставляют оверку в деф. Оставляют оверку в деф. Сейчас противник будет оверпушить. Прям по жесткому. Да, они врываются. Пытаются здесь увозить. Оппонента даю в него сосулю. Блин, промахиваюсь, если честно. Очень плохо. Очень плохо было сейчас сыграно. Очень плохо было сыграно. Даю возможность противнику на доставку. Статус эффект шикарный по хантеру, но у меня не дает пространства. И противник влетает в доставку. Нет, 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 нет. Флага на доставке нет. Хорошо, меня сейвит этот моментик. И возврат, 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 возврат. Нет, возврата нет. Главное, чтобы у нас не вернули. У нас вернули? Нет, у нас не вернули. Хорошо. Блин, вот эту сосулю, конечно, последнюю я очень плохую дал. Если бы попал, бы просто бы по паладину железно бы флаг мы бы засейвили на базе. В общем и целом, что могу сказать? Виден интерес к пульсар-устройствам. Да, эти статус-эффекты, если бы стабильно бы, например, на молоте бы проходили бы один крит с одного баллона, это было бы просто нереально жестко. Это было бы нереально жестко. А так, немножко рандомно, но против резистов, в моем понимании, на сегодняшний день, это лучшее устройство на молот. Против реза оно прям очень хорошо работает. И даже, ну вот единственное, наверное, что могло бы плюс-минус неплохо смотреться, это штурмовая кассетка против резов. Но и то я не знаю, в каком она сейчас балансе. Исходя из того, что я видел в последнее время, то она была, ну, такая себе против резов, да. А вот здесь статус-эффектик нанес, все статус-эффекты сработали по противнику, и ты сразу добавочку сверху бутс, 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 и можно его как раз-таки противничка обработать. То есть вот в таких плотных катках, где противник играет близко, например, вот CTF, как у меня сейчас получился, мне кажется, что этот молот может очень эффективно работать. Ну и видно, что как раз-таки пульсар устройства апнули, но все равно стабильности нету критов. Если была бы стабильность каждых, например, баллон я бы наносил по одному пульсар криту, я бы вообще сказал, что это лютая имба, и я бы всем бы посоветовал бы на ней играть. Ну а так, можете просто попробовать, посмотреть, может быть вам понравится, ну и высказать свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого молота. Ну и напишите, какой бы пульсарчик, возможно, либо какое устройство хотели бы увидеть в ближайшее время на тест, на обзор. Поддержите обязательно данный видос лайком, чтобы у нас игрового формата видеоролики выходили намного чаще. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал и подписываться на тележечку, ссылочка на которую есть в описании. Вся информация по стримам и весь лайв-контентик выходит именно там. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.